Здрасте, товарищи, добро пожаловать на TV Jam. Welcome to the Taste of Russia. И сегодня будем делать маринованную рыбу. Или ты соленую рыбу. Берем так семгу. Здесь ускост. Можно это все легко снимать. Сейчас мы то снимем с другой стороны. Этот кусок рыбы мы оставим за какое-то другое блюдо. Снимем этот плавник. Это тоже можно на супчик. Это видите, как это все очень легко отделяется. Проконтролируйте, да не останется какая-то чешуя. Возьмем одну такую глубокую миску. Если вам и получится это сделать так мелко, как то итальянцы говорят, карпаччо. Блюдо очень просто, но очень-очень вкусно. Как сделаем первый слой? Сразу берем соль и сразу солим. Потом идем дальше. Пусть маринуется рыба, солится с две стороны. Опять берем соль. А вторая очередь. Берете одну миску. В эту миску нацелите половину лимона. Возьмем есть такой замечательный ликер. Амаретто, который, когда делаете тирамису, значит, используете. Все это смешаем. Зальем эту нашу рыбу. Амаретто такой сладковатый, так что получится такой прекрасный аромат с лимоном. Туда можно, конечно, накрутить немного перчика. Я сейчас рыбу положим в холодильник. Не буду ее закрывать, потому что должен да уйдет алкоголь. Рыба постоит где-то примерно 2-3 часа. Если она постоит 5-6, это будет во. И сейчас я занесу рыбу в холодильник. Промойте листья зеленый салат. Приготовите листья, сделайте такую красивенькую тарелку. Затем достанем нашу рыбу из холодильника. И всю нашу рыбку уже сервируем по-красивенькому. Она уже меняет цвет от лимона, становится больше плотным и так немножко светленьким. Этот сок, дорогие мои, не бросайте, а залейте так сюда на рыбу. Сюда можете оставить лимончик для украшения. Обязательно залейте это с немного оливкового масла. Сюда можно добавить немного тимьяна. Не будет плохо, если порежете немного петрушки. И наша рыбка очень вкусна, и наша рыбка готова. Спасибо вам, что были с нами. Taste of Russia кулинарная школа, TV Jam, Серж Маркович. Приятного аппетита, до свидания.